Огромную свалку строительного мусора обнаружили в Северодвинске. Кто-то высыпал битый кирпич на берегу Театрального озера. Еще неизвестно, как долго отходы пролежали бы у водоема, если бы на уборку не вышли волонтеры всероссийской акции «Водным объектом чистые берега». Николай Цып с подробностями. Бутылки, жестяные банки, бумага, картон, пластик, возможно, металлолом – все, что лежит на поверхности. Такой мусор собирают участники акции «Чистые берега». Но вот такую свалку мусора строительного уже голыми руками не возьмешь, нужна тяжелая техника. Старт всероссийской акции в Северодвинске начался с обнаружения несанкционированной свалки на берегу Театрального озера. Наткнулся на груду кирпичей, бетона и спиленных деревьев представитель Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области. Естественно, это незаконно. Любые отходы, которые образуются на стройке или в городе, они должны вывозиться на полигон. К сожалению, правоприменительная практика сейчас такая, что подобное нарушение можно зафиксировать только в момент их совершения. Другими словами, нужны номера спецтехники, которая свозила сюда этот мусор, и подтверждение с камер фото-видеофиксации. А в этом случае, скорее всего, придется прибираться за счет городского бюджета. Впрочем, и без кирпичей на Театральном озере работы хватило. На уборку берегов вышли 8 школ Северодвинска и волонтеры. Я пришла помогать собственному городу убрать весь этот мусор, который намусорили другие люди. Если мы не будем убирать мусор, то вся планета будет в мусоре. Первый день акции охватило сразу несколько водных объектов города. Вот сегодня старт и одновременно на озере Чаичьем. И дальше у нас уже распланированы мероприятия. Мы будем Рифулерное озеро, Театральное озеро, Чаичье и всевозможные там вот на берег Паранихи выходим, тоже чистим водные объекты. Акция проходит в Северодвинске уже третий год. Рекорд 2018-го. Собрано более 100 мешков. Проблем с рабочими руками нет. Много мусора. Мусорят люди. Плохо делают. Если бы не было ограничения в количестве детей 10 человек и чуть больше, да, то обычно мы принимаем по 20 и более детей. То есть желающих у нас в гимназии достаточно много. Да и честь школы надо отстоять. Ведь помимо желания сделать город чище, один из стимулов – собрать как можно больше мусора за отведенные 40 минут – призы от компании «Вторсырья», куда и отвезут мешки после акции. Сколько? 14. Офигеть! Судя по первым оценкам, в этом году участники акции все же обновят рекорд. Присоединиться к уборке берегов может каждый. Места публикуют на сайте администрации города. Николай Цып, Юлия Куницкая, Регион 29.